Ну, вы поняли, да? Это же... Как это? Анбоксинг-симулятор, и тут у нас подарок большой. Давай откроем. Да. Да, будем открывать. Что я вообще играю в эту игру? Ну, тут большое обновление, как бы. Который не выходил месяц. Три. Угу. С каникул еще, блин. Так, я тут хочу вот этот подарок открыть, может что-то крутое выпадет, поэтому мы будем стоять. Вот такой вот я странный, буду открывать подарок. Эх, что тут вышло, обновление с Хэллоуином опять, да, Хэллоуин, прошу бы. Так, вот такие какие-то шляпки тут, какие-то короны, какие-то крылья, какие-то... А, это... как его? Смерть? Да? Какие-то щупальца, какой-то призрак, наверное, это ты, демон, короче, вызываешь. Коса, нубик с головой тыквы, наверное, какой-то. А, это всадник на голове, 100%. Ой, безголовый всадник. Или как его там? Ну ладно, тыква, какая-то маска против токсичности. Тьфу ты, токсичности. Короче, против токсики. Напиток. Это нубик? Нет, это призрак. Рюкзак-призрак. Тыквы. Какая-то голова. Страшные волосы. Три тыквы. Или это голова? Это какой-то сундук, из которого вылетают мыши летучие. А это мы не знаем. Питомцы. Мы видим тут какой-то... О, питомец, походу, это внутри какой-то капсулы глаз. А вот это я не знаю. А вот это робот какой-то. Это летучий глаз. 100%. Гравитифос. Копирование. Ладно. Это... А, это как это? Что это? Как это? Рога. Короче, ладно. Мишка так... Какой-то монстр, меч, тыква летающая. Это какой-то скелет с плащом вроде бы. Это какой-то кекс с демоническими рогами. Это шоколадка вроде бы, или батончик какой-то. Мишка, еще один какой-то летающая вещь страшная. И больше тут ничего нету. И я только половину ящика сломал. Спасибо. Ну, давай посмотрим, какие у меня зелья, я сейчас посмотрю. Так. 9 мифических энчантов. Так, 4, 2. А у меня нету этих. Жалко. Блин. Ну, ладно. Хач спид. Хэд дроп. А, не знаю. Так, и давай. Спит тоже. Найс. Теперь мы быстрее сломаем. Давай еще раз. О, другое дело. А потом пойдем посмотрим ивент, потому что ну, без этого подарка не уйти. Потому что я сейчас открою новую локацию, хотя вряд ли. Что я надеюсь, Синди? Открыть новую локацию, которую он не может открыть месяц. То, что он ленивая жопа. Ладно. Сколько... мне кажется, я сейчас могу меч новый купить. Я проверю. Сейчас прилетят ко мне монетки, я буду с новым мечом. Ура! Меч, который я тоже весь не мог открыть. Хы. Я не играл просто в эту игру. Я только собирал награды, шляпы и так далее. Так, прикинь. Это у нас... Тыквенный рай. И тут то же самое, как и яйца вещь. О, поскольку у меня урон большой, я могу сейчас очень быстро ломать эту фигню. Мне кажется, это я тыкву где-то видел.
Но я где-то ее видел вроде бы. Так, о! Spooky juice! И конфетки. А что за конфетки? 500 конфеток. Давайте посмотрим, что за 500 конфеток. А что с ними делать? Яйцо! Яйцо. Посмотрим, что за яйцо. Тут два яйца. 60. 20. О, 180. Открываем яйцо. И нам падает. Я, как и говорил, космонавт. Хотя нет, я говорил робот, ну ладно. Это гоблин, это не призрак какой-то. Все, у меня бабла нет. Никакие бабла. Вообще нету конфет. Бомж без конфет. Как сказать? Давай посмотрим, что за статистики у Пэтка. О-о-о! Ой, простите, но это сильный пэт. Потому что я не прокачивал пэт. Да. Будем открывать ящики и получать с них крутые вещи. Цепь выпала. Коса. Давай легендарку. Или мифик. Мифик. Конечно же, мифик тебе выпал. Я так и говорю. Это мини-хидлес безголового всадника. Так и говорит. Он тыкву держит. И без головы. А то я как будто в моей ресторан не поиграл, не переиграл и не знаю это. Вроде бы он там единственный, который есть в играх. Только в моей ресторан он есть. Это же мультяшная тыква. Какая она красивая. Я такой хочу. Но у меня есть какая-то тыква уже. Из которой вот лошадиная. Да, что? Это рот. Да, это рот. 566 у меня конфет. А их куда-то можно еще девать? Мне кажется, тут квест 100%, если я вам говорю. Отвечаю. Или тут ты просто открываешь ящик. Ой. Тыквы. Тыквы открывать. Странное дело. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Оу, пацаны, я тут вижу, вы нашли какую-то черную тыкву. И у них скоро будет гигантская, тьфу ты, гигантская тыква. Надеюсь, я выбью оттуда Годли или Мифик. Ну, пока этот ивент есть, играйте в эту игру, а то вы не станете профессионалом. Ой, простите, я просто заболел. Что они там пишут? Честно, я ее давно не открываю уже. Так, давай посмотрим, что у меня есть. Вот, вот, кстати, прошлый ивент. А я, кстати, не посмотрел, удалили его или нет. Просто он на третьей локации был. Там зона была такая. Ее вроде бы еще не удалили. Как год уже. Угу. Если ее не удалили, значит год уже. О! Я говорю, что это какой-то призрак. Рюкзак-призрак. У меня только одна вещь нету. Ой. У меня нету пока некоторых вещей. Это эпики, легендарки, годли, которые я 100% не выбью, и мифики. В этой игре удачи почти что не должно быть. Здесь все походу. По ящикам у меня скоро вот будет. Какие ящики? Коробки. Анбоксинг-симулятор. Бокс-коробка. Вот ты и выучил новое слово. Вывод, учите английский. Ах ты, на сладкое пришел. Злодей. О, вот это, конечно, многовато, чего мне дали. Вот эту вот коробку тоже хочу сломать. Мне кажется, тут секреты есть, как в прошлом ивенте, который назывался Зайчик. Который давал тебе награды. Локация такая большая. Тоже опять большая локация, типа. Ты маленький лилипут, как с прошлого ивента. Я не знаю, как это у меня вот тут оказалось в инвентаре. Может, открывал яйцо. Одно. И не забыл, и ничего отнуть. А пока я тут открываю, другие пытаются еще раз
вызвать вот эту черную, а потом вообще гигантскую. Гигантская тыква — это как прошлое, наверное, тоже такая же будет. Вот такая. То есть. Вот такая, да, вот. Ладно, шучу. Вот такого, наверное, 100% должна быть она. Если уже не было большим. Вот именно. Значит, и эта тыква должна быть небольшим. Таким же ростом, да. Ну и вот будем ждать, когда они откроют после видео, и я посмотрю, что мне выпадет. Угу. Точняк. Да. Ничего обычного. Тут коды вышли, но я не знаю, какие годы. Ой, коды. Мне кажется, есть код Хэллоуин. 100%. Я же экстрасенс. Так, что за фигня? Что за фигня? Не буду двигаться, а то еще просру свою награду. Да. Да. Invite your friends to help you open giant pumpkin. Тут еще яйцо есть! А, это за робокс. Ну, значит, осрать. Да? Я уже подумал, новое яйцо, которое стоит 2499 робокрот, кстати. Яйцо! Дальше, я думаю. И что увеличилось? А, да, он быстрее открываться начал. Кликай мышкой. Мышкой кликаем. Клик. О! Скелет! Легендарный. Я же говорил, это какой-то скелет с плащом. Экстрасенс. Хе-хе-хе. Так. Блин, а что так долго денежки пропадают? Ой, не денежки, а конфеты. Вроде бы это бесконечно открывать, ну ладно. Так, вот это вот мега скиль лучше моих пэтов. И это круто. Потому что я его сейчас пойду энчатну. Ну и у меня скорость немножко больше стала. И будем надеяться, что мне выпадет мифический какой-нибудь питомец, чтобы я был еще сильнее. А вы знаете, что я с прошлого ивента тоже выпил мифик? С админом. Админом на сервере. Админ — это Сквири Вебер. А я забыл даже админа, как зовут. Да. Он там у нас в группе. Ну, не в нас. А в группе Короче, он в группе. Все, больше ничего не буду говорить. А если мы будем открывать гигантский тыкву, нам дадут много конфет, потому что. Яйцо стоит 160. А у нас их будет 10 тысяч, к примеру. Сколько мы можем открывать стоять АФК? Именно 10 тысяч лет. Ой, простите, ладно. Будем открывать маленькие подарки. Тем более. Может, что-то выбьем. Коса. Надеюсь, в этом видосике мы выбьем какого-нибудь мифика. Бля, я уже подумал, тут сейчас вырастет какой-то большой тыква. А это, оказывается, просто верхняя часть тыквы. Ё-моё. Я даже замер. Давай попробуем открыть вот это. Чтобы... А, это просто, типа, какой-то трит. Treat egg. Сладкой. Короче, сладкое яйцо. Да. А еще интересует то, что я один из XV получил с гребаного сундука. Ну не то, что это. Мне волнует то, что у меня меч какой-то имбовый вроде бы слишком. С ним я, наверное, еще быстрее накоплю на локацию. Открою 5. И
этих сундуков. И будет уже новый меч. Потом этот меч будет давать по 5 миллионов и 4 открывания. Нет, это сколько там локаций стоит? Я не помню, жалко. Ладно. Я и говорил, что это в капсуле лежит глаз. А я думал, это просто рога. Голова демона. Учебник! Учебник по математике! Ужас. Вот это ужас. Вы это видели, что это за страшная вещь была? Учебник по математике. Да. Блин, круто, круто. Открывать вот эти маленькие, это круто. А вот эти вот зеленые и фиолетовые, это не круто уже. Это надо АФК делать. Давайте я вам помогу. Все, я вам буду помогать. Давайте. Еще 5. Никому не нужно. Так, ладно. Энчантнем вот эту вещь. Какую вещь? Это скелет. Да, это скелет. Заходим. И там должна быть уже почти тыква готова. Да, еще 40. Поэтому видео будет долгим еще. Или может сейчас закончить, а? А, наверное, сейчас закончим, чтобы вы не видели, что мне выпадет с тыквы. Да, вот такой вот я. Злодей. А потом напишу в комментах, что выпало. Я пишу, наверное, нифига. Так, а, у меня шляпы запомнились. Да, это я вот слепой немножко. Так вот. Это вот я Годли, который выбиваю с сундука того. Ну ладно. С вами был Robot & King. Это была игра Unboxing Simulator. Удачного вам дня!